Дорогие друзья, я очень рад, что сегодня первый раз на Украине фонд благотворительный został doceniony przez Międzynarodową Kapitułę za swoje działania na terytorium Ukrainy. Złoty otisk, który my pouczyli, to jest nagroda do wiry i to jest nagroda, którą pouczają ludzie, firmy, organizacje, które pracują w odrosli medycyny, pomocy ludziom. I tę nagrodę, jak widzicie, to jest ta nagroda, którą pouczyło 50 tysięcy wolontariuszy ukraińskich. To jest nagroda dla 50 tysięcy, między innymi dla naszej lubimej Natalii, dla Olecha, artystów, którzy nas popierają, dla i wszystkich wolontariuszy ze wszystkiej Ukrainy, z malinkich sił, z городов, obłasnych городов. Ja очень rad, że my to w końcu pouczyli, kto to nas docenił. Docenił tę ogromną robotę, którą wkładałem w przygotowanie akcji, tę ogromną robotę, którą wkładałem po akcji, kiedy pokupałem obładnanie. Pamiętacie, w zeszłym roku my pokupali obładnanie pompy insulinowe dla dzieci i w tym roku w związku z tym, że akcja nasza była очень успешна и была резонансна на территории Украины. Главный врач и коллегиум врачей попросил нас, чтобы мы повторили эту акцию тоже в этом русле, и потому акция была в этом году повторяем и будем покупать инсулиновые помпы для детей. Так что большое спасибо за доверие. Мы очень рады, что после нашей поездки по Украине встречи в областных центрах, практически все знают, что делать. Уже эта наша акция растет не сверху, в приказном порядке, только наоборот, в порядке таким отдольным. Я очень доволен, что сегодня имеем ребенка, которому удалось нам помочь с денежек с прошлого года. Как нашего любимого ребенка звать? Ксюша. Привет, Ксюша. Помаши ручкой, так. Спасибо большое, Наташка. Так, власне, пан Юрик вже розповів, що минулого року ми теж збирали гроші для дітей, хворих на цукровий діабет, і зібрали понад 4 мільйони гривень, закупили 140 інсулінових помп та 6 систем постійного моніторингу рівня цукру в крові. Дорогі друзі, действительно, я представляю общественную организацию людей с диабетом, и как раз вот рядом возле меня сидит эта семья, это члены нашей организации, это дети с диабетом, это молодежь с диабетом. Мы действительно в прошлом году присоединились и пошли, как говорится, на сотрудничество с Всеукраинским фондом «Сердце до сердца» в этой акции, потому что деньги собирались конкретно под нашу нозологию, под деток больных инсулинозависимым сахарным диабетом. Что касается помпы, это, я не могу сказать, что это, как говорится, панацея, и что помпа должна быть у каждого ребенка или у каждого человека, но на сегодня день. Это действительно очень современный и очень нужный вид ввода инсулина. И помпа дает возможность человеку более адаптироваться к жизни, чувствовать себя не больным человеком, а действительно человеком, который имеет образ жизни с диабетом. В городе Киеве в прошлом году получила 6 детей такие инсулиновые помпы. Вот Оксаночка, Ксюшечка, одна из них. Я общаюсь с этими родителями и хочу сказать, что вот мамочка одна вчера мне по телефону сказала, что каждый день, когда я просыпаюсь утром, я благодарю тех добрых людей, которые сделали для нашей семьи такой подарок, потому что инсулиновая помпа, она очень дорогостоящая, более 40 тысяч гривен, и мало найдется семей, которые смогут себе позволить купить за свои деньги. И вот люди, они передают эти слова благодарности для всех людей, которые были в Киеве, волонтеры по всей Украине, и сделали действительно такое доброе дело.
В этом году мы тоже активно присоединяемся к этой акции, потому что будет продолжаться сбор денег для наших деток, для детей, больных сахарным диабетом. Будем очень активно работать, очень надеемся, что соберем большое количество средств и что еще будет закуплено большое количество инсулиновых помп для того, чтобы дети с диабетом могли жить полноценной, нормальной жизнью, для того, чтобы у них действительно улучшилось качество жизни.